не устоял под натиском войн. А тело повелителя его забальзамировано здесь по египетскому обычаю. Я унаследовал. У него египетский трон. И правлю вот уже 40 лет. А можно мне? Я триумфатор. Ну что это значит теперь, когда не осталось никого, кто помнил бы блестящий прорыв конницы в Гавгамел? Или покоренные горы Гиндукуш? Пропустившие 100-тысячное войско на пути в Индию? Он был богом, Кадм. Помню день, когда ты перемахнул через осадную башню в Тире, тогда ты был неудержим. А сегодня? Как будешь биться? Диксип, как далеко ты отбросил своего противника на последних играх в Олимпии? Метнешь ли свое копье так? Тимандр! Сын Минандра, славного воина моего отца, я до сих пор оплакиваю твоего брата Адая, геройски погибшего в Галикарнасе. Ты принадлежишь к почтенному роду, Тимандр. Бейся сегодня за него. Вы все чтите свою родину и своих отцов. Мы пришли сюда, на дальние рубежи Азии, где Дарий наконец-то собрал свое огромное войско, чтобы дать нам бой. Александр. Безумный царь Гиперион объявил человечеству войну! Власти богов придет конец. Если есть человек, способный восстать против Гипериона, это Тесей. Опасность его не страшит. Единственное, чего он боится, потерять свободу. Боги послали мне видение. Я не могу изменить будущее. А ты можешь. Забрите ворота и готовьтесь к войне. Выпускай титанов! Гиперион! Ты видел, что там творится? Ты пытался посмотреть? Необходимо напомнить им о порядке. Заставить их сражаться друг с другом.
Однажды кому-то придется встать на защиту. Однажды кому-то надо будет сказать «хватит». Я буду воевать на стороне людей. Ты не просто человек. Запомни это. Выпускайте Кракена! Битва титанов. Мы, спартанцы, произошли от самого Геракла. Обучены никогда не отступать, никогда не сдаваться. Смерть на поле боя – величайшая честь, которой можно удостоиться. Спартанцы – лучшие воины, которых знает история. А теперь тихо. Они пришли из тьмы. Бойтесь! Спарта сгорит дотла! Тысячи народов Персидской империи идут на вас, и вы погибнете. Ты пугаешь моих людей рабством и смертью. Это безумие. Безумие. Это Спарта! Это Спарта! Мы выступим и сразимся. Новая эра началась. Эра свободы. Их было 300 воинов. И все узнают, что 300 спартанцев против миллиона отдали свои жизни, защищая ее! Спартанцы! Сегодня мы отправимся в ад! Ни шагу назад! Стоять насмерть! Насмерть! 300 спартанцев. Людей терзает необъятность вечности. И потому мы задаемся вопросом, услышат ли потомки о наших деяниях? Будут ли помнить наши имена, когда мы уйдем? И захотят ли знать, какими мы были? Как храбро мы сражались? Как отчаянно мы любили? Я не хочу, чтобы снова гибли воины. Давай прибегнем к испытанному методу. Твой лучший воин против моего. Багрис! Ахиллес! Посмотри перед собой. Ты можешь сотни воинов спасти. Ты можешь закончить эту войну одним взмахом своего меча. Дай им вернуться домой к женам. Представь, что цари бились бы сами. Вот было бы зрелище. Ах!
каждый из вас! Еще готов со мной сразиться! Что? Больше никого? Трое.